тысяч может зависеть. А, в Киев? Да, конечно, вот такую одну давай возьмем, просто все. А что, по Киеву хочешь? Просто цена примерно на все одинаковая. Плюс-минус как бы. Так, а какая они тогда? Они долгоиграющие, но не постоянно играют. Да, они дальше пока. Ну, короче, 45-ка, да, которая? Да. А это что? Да, наличие нет. Потом попозже здесь поменяем. Так. А вообще вот так вот на будущее, если так они не поступят, то что тогда? Возврат? Возврат. Чек есть у меня? Возврат тогда был. Так, а как мне узнать, что они поступили? Заезжать, вообще, может быть, что они к концу недели, может быть, даже это будет уже. Ну, должны, по крайней мере, быть. Ну. А еще какие варианты? Может быть, его сдать, ну, доплатить и другой взять, например. Без проблем, давайте чек. А, можно, да? Возврат, ну. Ну, давайте сейчас. Лучше тогда, что я буду ездить. Так, ну вот и все, без всяких проволочек. 40 рублей доплатил, потому что не было в наличии тех уже. Он говорит, подождете недельку, привезут, просто обменяем. Я говорю, блин, ждать неохота. Он говорит, ну, давайте возврат тогда сделаем, выбирайте другой, да и все. Ну, я выбрал примерно такой же, ну, на 42 рубля он дороже оказался. Все, то есть полгода мы попользовались светильником назад. И так любую лампочку, даже просто любая лампочка светодиодная будет у них куплена. 2 года гарантии, соседи. Мы вообще, мы раз закупим, больше покупать не будем, нафиг. Будем выменивать. Только случилось что-то, раз поменяли. Накопили, поменяли. Вот он у нас отстоял полгода. Мы бы могли еще год его продержать в подвале просто. Ну, поменять сразу на новый, там, если бы у нас уже были, например, купленные, да? А потом еще полгодика пособирали, там, штук 5. Поехали, обменяли. 2 года гарантии, это очень большой срок. Вот и все. Вот это, я считаю, выгодная работа со светительными приборами, а не так, как у управляющих. И цена его 400 рублей, а у них ценник. По 2500, ё-моё, по 2200, 1800 за один и тот же светильник. И никакой гарантии. Вот это да.